Активисты движения «Женщины России» посетили музей Химкинского машиностроительного конструкторского бюро «Искра». Для гостей организовали познавательную экскурсию, показали технику и оборудование, рассказали о работе предприятия. Музейный комплекс, где представлены образцы изделий, которые мы лично наше предприятие разработало, серийно изготавливает и поставляет потребителям. Заказчиком является, безусловно, Министерство обороны, Роскосмос. В музее представлены образцы двигателей для ракет различного назначения, космические программы, программы наземного оборудования и другие изделия. Экскурсию приурочили к 40-летию первой системы аварийного спасения космонавтов. Ее разработали под руководством главного конструктора «Искры» Ивана Картукова. Мы разрабатываем и изготавливаем систему аварийного спасения космонавтов. На всех пилотируемых запусках эти системы стоят, начиная с 80-х годов. И были действительно случаи, когда эта система спасала жизнь космонавтов. В 1983 году система сработала на старте, когда взорвалась ракета-носитель «Союз». И мы спасли тогда Стрекалова и Титова. «Искра» – лидер среди отечественных производителей твердотопливных ракетных двигателей. Обеспечивает безопасность всех пилотируемых запусков с космодрома Байконур. Сегодня это современный производственный комплекс, на котором производят самую высокотехнологичную продукцию. Экскурсия прошла в рамках проекта партии «Единая Россия. Выбирай свое». Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.